Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила внесенный Миноборнауки законопроект, направленный на поддержку усыновителей и детей-сирот. Согласно документу, семьи, которые взяли на воспитание ребенка-инвалида или ребенка в возрасте старше 7 лет, будут получать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей на одного усыновленного. Сейчас эта сумма составляет 8 тысяч. Кроме того, законопроект исключает требования о наличии разницы в возрасте между усыновителем и усыновляемым. Предлагается, чтобы в каждом отдельном случае этот вопрос рассматривался судом. Также документ освобождает от необходимости проходить специальную подготовку тех лиц, которые уже являются или ранее являлись опекунами или попечителями детей и при этом не были отстранены от исполнения своих обязанностей.